Уважаемые жители Северского района, всероссийская перепись населения – это одно из важнейших событий нашей страны. По ответам граждан, принявшим участие в переписи, будет сделана оценка проблем в экономике и социальной сфере, а по итогам определены направления социально-экономического развития нашего государства. Хочу подчеркнуть, что вопросы носят общий характер и не обременяют нас конкретными цифрами. Но это самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств. Заполнить анкету можно и не дожидаясь переписчиков, ответить на вопросы в личном кабинете на портале госуслуг. Возможно, вам удобнее будет это сделать в МФЦ или на переписном участке. Дорогие друзья, не оставайтесь безразличными и равнодушными к такому значимому и поистине историческому событию, как перепись населения.